Всем привет, с вами кинологиня Оля, инструктор по дрессировке, и сегодня мы разберем, как приучить собаку к пылесосу. У меня есть Фокси, которая очень неравнодушна к пылесосу, уж не знаю, как так сложилось в ее жизни. Расскажу сегодня, как сделать так, чтобы собака спокойно относилась к пылесосу, не убегала, не нервничала, не гавкала, не скулила. Как видите, она уже возбуждена, ей уже не нравится, но покажу, что с этим делать прямо сейчас. Фокси, ложись. Первое, что нужно сделать, это понимать, что играть с собакой феном, пылесосом, робот-пылесосом или чем-то таким, что собаку может напугать, нельзя. Это все супер элементарно, это все супер просто. Многие из вас об этом знают, но это очень важно, потому что вы с этой шумящей штукой доставляете собаке максимальный дискомфорт. Она не ожидает от вас такой подставы. И, естественно, многие собаки начинают обороняться, бояться, убегать или кидаться на пылесос. Некоторые собаки начинают играть. Например, у меня Марси бегает с мячиком, кладет его рядом с пылесосом, я его запылесошиваю вот так, держу, и Марси хватает отсюда мяч. У нее такая веселая игра, ей нравится это. Но это не касается Фокси и Чачи. Что мы будем делать? Самое первое и самое важное — объяснить собаке, что есть команда «место». Через команду «место» мы решаем большинство проблем. И, кстати, фен, робот-пылесос, пылесос, там, не знаю, стиральная машинка, ко всему мы приучаем одинаково. Мы говорим ей: вот твое безопасное место, твоя безопасная территория, здесь и оставайся. Место. Берем пылесос, по возможности сначала подальше от собаки. Но из-за того, что у меня тут не так много места, я покажу сразу рядом с собакой. Я беру пылесос и, максимально игнорируя собаку, просто включаю и выключаю. Собаке в это время говорю спокойно команду: место. Место. Окей. Что важно, я включаю и не смотрю на собаку, я не провоцирую собаку на какие-то действия. Если вы будете пылесосить и контактировать с собакой, разговаривать с собакой, говорить ей что-то: молодец, не бойся, малышка, все хорошо, это все приведет к тому, что собака не научится спокойно воспринимать шумные элементы в доме. Поэтому нам важно никак не реагировать. Вот если она начнет сейчас вставать, суетиться, пытаться уйти, я скажу ей спокойно команду «место». Каждый раз возвращая собаку на место, вне зависимости от того, хочет она за мной бежать или нет. Вот есть территория кресла, вот тут ты и находишься, где бы я ни была. Если она здесь начинает скулить, плакать, я возвращаюсь, спокойно говорю: место, возвращаюсь к пылесосу, продолжаю пылесосить, там, мыть полы, швабры и все остальное. Если ваша собака сильно нервничает, предлагаю приучить ее к месту в другой комнате, да, например, вы говорите ей в гостиной: вот здесь ты остаешься на месте, и пылесосите, например, в другой комнате, потом зовете собаку туда, оставляете ее там и переходите дальше пылесосить в следующие комнаты. Никак не драконим собаку пылесосом, ей и так страшно, ей и так некомфортно, ей и так хочется сбежать или там напасть на этот пылесос. Смотрите. Включаю пылесос. Место. Чача, место. Место. Чача, на место. Бегом. На-на-на. Чача, место. Место. И все, вот так спокойно и просто. Если вы будете ругаться на собаку: хватит, задолбала, уйди отсюда, что ты под ногами, или что ты орешь, собака еще больше от этого будет перевозбуждаться, еще больше от этого будет скулить и нервничать. Поэтому очень важно спокойно и сухо разговаривайте с собакой. По сути, кроме места или иди на место, вы вообще ничего не говорите собаке. Включается пылесос,
никакой реакции. Если она начинает бежать за вами, вы останавливаетесь, выключаете, проводите ее до места, говорите «место», берете пылесос и продолжаете пылесосить. Если она опять срывается, вы опять спокойно возвращаетесь сюда. Да, выпейте ромашки перед тем, как начать пылесосить и обучать собаку, потому что, скорее всего, собака, которая много лет бегала за пылесосом, ей сложнее будет привыкнуть, потому что теперь она будет лежать на месте. Поэтому вы каждый раз кладете пылесос, возвращаете ее на место, снова берете и снова пылесосите. Возможно, вам будет проще, если вы просто будете оставлять ее на месте, включили и просто выключили. Место. Снова. Место. А потом уже начинаем спокойно пылесосить. Важно, как долго собака училась бегать за пылесосом, как долго она этим сама себя драконила, так же долго вы будете отучать от этого. Важно, вы используете просто одно слово «место». Возвращаете спокойно туда собаку. Возможно, уборка дома немножко растянется по времени, пропылесосите вы не так быстро, как хотелось бы, но это очень важно приучить, чтобы собака совершенно спокойно привыкала к тому, что пылесос – это ок, и ничего страшного с ним нет. Если ваша собака сильно боится и не помогают никакие советы от кинологов, я прям рекомендую вам обратиться ко мне, я помогу вам решить любую проблему, которая связана со страхами или с воспитанием вашей собаки. Все ссылки на меня будут в описании, обязательно проходите, не стесняйтесь, пишите, задавайте свои вопросы, я всем всегда отвечаю. А теперь давайте еще раз быстро подведем итог. Команда «место», она может называться как хотите. «Подожди, останься, не ходи за мной, лежать». Как хотите, можете даже использовать команду «лежать, ждать», если вам так нравится, на здоровье. Самое главное, чтобы ваша собака осталась на какой-то территории. Это может быть ее лежанка, это может быть ваша кровать, это может быть все что угодно, хоть коврик около выхода. Просто чтобы собака там оставалась и понимала, что ей нельзя покидать эту территорию. И вы делаете акцент не на том, что собака бегает за пылесосом, а делаете акцент на том, что собака остается на месте. И каждый раз вы туда ее возвращаете, сухо, спокойно. Надо ли хвалить собаку? Вы можете похвалить собаку, когда вы пропылесосите. То есть вы убрали пылесос и даете собаке команду «гуляй». Да, отличная, молодец. Но не хвалите, если она просто лежит и смотрит. Не надо. Вы подбодрите ее какие-то действия. Собака лежит, смотрит и обдумывает, что же с этим теперь делать. Если вы начнете как-то подбадривать, говорить «да, умничка, молодец», или как-то провоцировать собаку на действие, естественно, она это начнет делать. Поэтому никаких эмоций, никакой злости, никаких криков, никакого ругания там или запылесосить собаку в пылесос не надо. Просто сухо, спокойно, место. Понемножечку, по одному квадратику выключили, включили, продолжили, выключили, включили, продолжили. У нее не должно быть никаких плохих ассоциаций с пылесосом. А если у вас щенок, с самого детства приучайте собаку относиться к пылесосу вот так, как сейчас я покажу, как лежит Марси. Друзья, работайте со своими собаками, все у вас получится. И даже тут я не дам вам никакой волшебной палочки, ее не будет, поэтому даже с пылесосом нужно приучать собаку и работать. Всем пока! Место.